Добро пожаловать на рассвет пробуждения. Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня у меня есть для вас особое послание. Прямо из Финляндии, из города Турку. Там я проводил конференцию о важности помазания Духа Святого. Из этого послания вы узнаете, как ходить в помазании и как сделать так, чтобы Божье помазание проистекало во всех сферах вашей жизни. Сила Духа Святого действовала на полную, и мы увидели много чудес. Мы говорили о помазании, и сила Божья сошла, чтобы подтвердить проповедуемое слово. Я верю, что Дух Святой хочет подтверждать то, о чем мы проповедуем, раз и навсегда. Сейчас мы с вами перенесемся на это собрание, и оно обязательно благословит вас. Финляндия, где я проповедовал, о проявлении Царства. Нам нужно повсюду проявлять и демонстрировать Царство Божье. Это послание благословит вас. А после я буду молиться о том, чтобы то же самое помазание действовало и в вашей жизни. В Финляндии мы видели множество исцелений и освобождений. Люди приезжали к нам со всех окрестностей Финляндии. Помазание и сила Божья были такими мощными, жизни людей менялись. Оставайтесь с нами. Это будет увлекательная программа, где каждый найдет ответ на свой вопрос. А в конце программы я помолюсь за вас. Давайте смотреть вместе. Исаия, глава 10, стих 27. Скажите «Аминь». Сегодня я хочу поговорить о Божьем помазании и о том, как важно, чтобы церковь входила в помазание, а не просто в помазании Его присутствия. В Библии есть прекрасные принципы, но мы с вами призваны жить не только принципами. Дух Святой оживляет Слово в наших сердцах. Именно Дух Святой оживляет Слово Божье. Вот почему многие люди считают Библию, но в итоге ее не понимают. Я читаю, но ничего не понимаю. Вы когда-то слышали что-то подобное? Я уверен, что многие не понимают, читают Библию, но не понимают ее. Знаете, что происходит? Поднимите руку. Знаете, что происходит? Когда Дух Святой приходит, Он дает вам понимание Слова и мудрость, чтобы вы увидели Иисуса в Слове. Дух Святой оживляет Библию. Давайте прочтем этот стих вместе. «И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука или от помазания». Kirpoa harteiltasi ja hänen ikeensä niskaltasi. Ies on särkyvä. Is it by anointing in your translation? Yes. Meidän raamatussa tässä lukee, että lihavuuden voimasta. It means like the. У нас сказано от силы жира. Ja englannissa se tarkoittaa, että siellä on, että voitelun voimasta, ei lihavuuden voimasta, vaan voitelun voimasta. Eli mä luen vielä uudestaan. Let me read again. Sinä päivänä Assurin kuninkaan kuorma kirpoaa harteiltasi ja hänen ikeensä niskaltasi. Ies on särkyvä voitelun voimasta. Biblia говорит, что помазание, или сила Божья, että se voitelu, или как здесь сказано, жир, именно это помазание Духа Святого разрушает все бремена. Tai suomalaisessa käännöksessä se lihavuus, joka myös tarkoittaa voitelua. Иными словами, именно благодаря Духу Святому Евангелие приходит в силе.
Если я буду проповедовать только из своего интеллекта, то я произнесу проповедь, которую люди поймут. Они поймут ее на интеллектуальном уровне. Но только помазание может поменять человека внутри. Только благодаря помазанию люди исцеляются. Только помазание освобождает людей и наполняет их Святым Духом. Только благодаря помазанию люди исцеляются. Только помазанию и только Ему. Когда Иисус пришел на землю, Он принес реальность этого помазания. Он пришел демонстрировать, о чем говорит Писание, когда горит ярмо. Мир находится под властью греха, под влиянием духа непослушания. Бог будет действовать через вас. Он будет использовать ваше тело, ваши ноги, руки, уста. И через вас люди будут приходить к познанию спасения. Именно помазание разрушает бремя рабства. Именно помазание разрушает бремя рабства. Бог будет действовать через вас и через ваше тело. Иисус понимал это. Давайте откроем Луки, глава 4, стих 18. Луки, глава 4, стих 18. Тут тоже говорится о помазании. Повернитесь к своему соседу и скажите: «Тебе нужно помазание?» Аминь. Скажите «Аминь». Кто-то кайки, не санока «Амен». Кто-то кайки пääsi sinne jakeeseen. Лукас 4:18. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение». Слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Иисус цитировал пророка Исаию: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Помазал для чего? Благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. Видите, помазание приходит с конкретной целью — принести Царство Божье в вашу ситуацию. Помазание разрушает давление. Помазание дает свободу от депрессии. Помазание исцеляет разум. Помазание исцеляет тело. Помазание дает свободу одержимым. Помазание приносит спасение погибающим. Помазание дает свободу.
Помазание наполняет людей Святым Духом. Помазание изменит вашу жизнь. Иисус был помазан. И благодаря этому помазанию Он мог совершать чудеса. Благодаря помазанию вы будете делать то, на что вы не способны своими силами. Помазание даст вам силы сделать то, что вы даже представить не могли. Когда вы помазаны, с вами происходят сверхъестественные вещи. Иисус был настолько помазан, что даже Его одежда была помазана. Когда женщина с кровотечением прикоснулась к Иисусу, вернее, к краю Его одежды, вышла сила и исцелила ее. После 12 лет страданий это произошло в одно мгновение. Павел настолько был помазан, что рассылал свои платки, которые люди клали на больных, и те исцелялись. Демонические духи уходили не только от слова, сколько от помазания. Дело было совсем не в платочках. Петр был настолько помазан, что его тень исцеляла больных. Когда вы помазаны, вы делаете сверхъестественные вещи. Вы будете убивать великанов. Вы будете разрушать стены. Стены будут падать. Вы будете закрывать пасти львам. Если вы помазаны, вас могут бросить в ров со львами. Но львы не навредят вам. Когда вы помазаны, вас могут бросить в раскаленную печь. Но вы будете там не одни. Прямо в огне с вами будет еще кто-то. Аллилуйя! Помазание поможет вам преодолеть препятствия. Помазание поможет вам ходить в победе. Благодаря помазанию вы будете делать то, что еще никто не делал. Кому-то из вас нужно это помазание прямо сейчас, чтобы не угнетало и не давило на вас. Сегодня во имя Иисуса Христа вы избавитесь от этого. Вы можете хлопать и громче. Аллилуйя! Помазание изменит вашу жизнь. Некоторым христианам нужно получать это помазание. Когда вы полны помазания, вы полны елея Духа Святого. Никто не сможет прикоснуться к вам, потому что вы будете выскальзывать. Вы полны елея Духа Святого. Когда вы помазаны, вас переполняет смелость и вера. Вы приказываете обстоятельствам измениться. И так и происходит. Вы пророчествуете и провозглашаете жизнь, исцеляя чудеса и знамения. Все это происходит. Помазание дает вам силы делать то, что велел делать вам Иисус. У вас ушла боль?
Все намного иначе. Вы почувствовали Божье присутствие? Да, я вчера почувствовала потоки теплого воздуха. Вначале я стояла там, а потом решила пересесть туда. У меня были разорваны диски. Диагноз был поставлен... Диагноз был поставлен почти 10 лет назад. Я жила в другой стране, Финляндию. Я вернулась только 2 года назад. Я работаю учителем в школе. Я просто не могла стоять. Я переехала сюда, и меня готовили к операции. Вначале доктор сказал, что это нельзя оперировать. И ей стали подыскивать подходящее лечение. Я прошла много клиник, и никто мне не мог помочь. Целый год она принимала какие-то лекарства. И в итоге доктор пришел к выводу, что всю жизнь у нее будет хроническая боль. Что я не пробовала. Ничего мне не помогало. Я посетила множество собраний исцеления, но ничего не помогало. Но вчера вечером... Вначале начало проходить то, что мне сложно объяснить. Исчезла боль в дисках. Аллилуйя! Но осталась еще боль в ногах. А сейчас боли нет? Да, боль ушла, я больше ее не чувствую. А с ногами есть проблемы? Нет. Нет? Нет. Поднимите руки. Привыкайте к тому, что у вас нет боли. Если вы так долго жили с болью, то как-то странно говорить, что боли больше нет. 10 лет она была. И вы думали, что боль — это уже норма. И даже забыли, что значит жить без боли. Поэтому ей было странно. Привыкайте жить без боли. Поднимите руки и закройте глаза. Отец, мы славим Тебя за Твою чудотворную силу, за помазание исцеления. Спасибо за то, что Ты даешь ей веру, радость, восстанавливаешь ее эмоции, исцеляешь ее сердце, все раны и эмоциональные травмы. Господь исцеляет не только ее тело, но и ее сердце. Принимайте это. Позвольте Духу Святому омыть и очистить вас Его Словом, Его силой и Его любовью. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Прославьте Господа! Аллилуйя! Аллилуйя! Пройдитесь еще немного. Идите. Вам тяжело?
Вы видите это? Аллилуйя! А где костыли? Где ее костыли? Она пришла с этим? Ну вы только посмотрите на это. Идите. Идите. Пройдитесь еще. Она пришла сюда на костылях. Наслаждайтесь этим и славьте его. Слава Богу! Как прекрасно наблюдать за тем, что делает Бог. Бог двигается в жизни тех, кто верит. В поездке по Финляндии я познакомился с бывшим боксером. Я помолился за него в прошлом году на летней конференции. У него было проблемы с коленями, разорванные связки, и ему нужна была операция. Я помолился за него, и он был тут же исцелен. Это было в прошлом году. В этом году я встретил его в Лойме. Он подошел ко мне и сказал: «Когда вы помолились за меня в прошлом году, я был полностью исцелен. Мне больше не нужна операция. Я полностью исцелен уже целый год». Я встретил и других людей, которые были исцелены, и потом свидетельствовали мне об этом. Поэтому это не просто эмоция, а реальная Божья сила. Как вы видели, Бог исцелял людей в Лойме, в Турку. Одна женщина 3 года не могла ходить. Ей было очень больно, но сила Божья сошла на нее, и после этого она начала бегать. Это было чудо. Слава Богу за его силу в действии. Если вам тоже нужно чудо, то я хочу помолиться за вас. Возможно, вам нужно исцеление любого рода. Что бы это ни было, Бог не поменялся, и его сила не ограничена. Я хочу высвободить Слово Божье в вашу жизнь, чтобы она коснулась вас прямо там, где вы сейчас. Давайте молиться и верить, что Господь коснется вашей жизни. Отец Небесный, я молюсь за каждого человека, который смотрит эту программу. Пусть Твое помазание разрушит бремя рабства. Как я и говорил, Твое помазание разрушает бремена и все дела дьявола. Пусть это помазание работает в жизни каждого человека во имя Иисуса. Я связываю все немощи и болезни, все дела дьявола и разрушаю их во имя Иисуса. Я проклинаю все дела дьявола в разумах людей, в их телах и эмоциях. Я приказываю всем демоническим духам убираться вон во имя Иисуса. Я разрушаю все планы врага против семей и браков. Я разрушаю все твердыни врага. Я проклинаю все дела дьявола. Господь, если кому-то нужно чудо, то сделай его прямо сейчас. Исцеляй больных и зависимых. Разрушь силу зависимости. Разрушь зависимость от наркотиков, сигарет и алкоголя во имя Иисуса. Господь, пусть это пройдет без мучений во имя Иисуса Христа. Я разрушаю силу порнографии, силу греха и высвобождаю Божье благословение во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя.
Не забывайте следить за нами в социальных сетях, поддерживать и распространять Евангелие в разных странах. Мы проповедуем Евангелие, и люди спасаются и исцеляются. Заходите на наш сайт. Мы любим вас и ценим вашу поддержку. И не пропустите следующую программу. До новых встреч. Благословения вам. We'll be right back.